По многочисленным вашим просьбам и комментариям решил сделать видео об официальной игре по боевому континенту. Ту, что рекламируют в самом начале серии, а дальше уже идет опенинг. Уверен, вы замечали. Честно сказать, мне самому было очень любопытно, что это за игрушка, какие там персонажи, сюжет и так далее. Как вы понимаете, ее нету ни в Play Market, ни в App Store. Правда, в Play Market есть что-то наподобие боевого континента. Игра называется Soul Land Awaken War Soul. В нее я тоже поиграл. На скринах вроде неплохо, но на самом деле очень простенькая, скучная игра. И само собой не та, что от создателей боевого континента. Поиграл полчаса, и делать в ней в принципе больше нечего. Чего не скажешь об официальной игре по боевому континенту. Правда, игра предназначена именно для китайских зрителей, поэтому пришлось немного постараться, чтобы ее найти и установить. Если вам интересно, как я это сделал, пишите в комментариях, создам об этом отдельное видео. Само собой, тут нету ни русского, ни английского языка, но в принципе все интуитивно понятно. Вот кусочек трейлера к игре. Здесь уже все намного красочнее и приятнее. Игра сделана в 3D. Хорошо прорисованы персонажи. И самое главное, выглядят практически так же, как в аниме. Игра создана в жанре RPG, как множество популярных игр вроде Perfect World, Blade and Soul и других. Нам сразу дают играть за Тансана. То есть выбора персонажа в начале нету. Но зато позже можно выбрать любого героя. Небольшое обучение, и дальше все пошло как по маслу. Тансан и другие получают кольца, качаются, выполняют задания, становятся сильнее и побеждают врагов и боссов. Какие есть возможности в игре? Откройте великий лес духов, чтобы охотиться на зверей 100 тысяч лет и даже миллион лет. Тысячи случайно выпавших духовных колец, стратегия их поглощения. Запишитесь в Академию Шрек, подружитесь с семью монстрами, чтобы вместе расти и проходить испытания. Итак, все, что нам хорошо знакомо из аниме. Охота на зверей, поглощение колец, выбор самых лучших сочетаний колец, пробуждение различных навыков и высвобождение истинной силы персонажа. Только все это делаем мы сами. Очень много боев. Все ценные ресурсы мы получаем, участвуя в сражениях. И это не удивительно, ведь это боевой континент. Посмотрим на игровой процесс. Удон-Кусан!
我家小五，跳舞的舞。我家小五，跳舞的舞。火气长虹，战者勇也。七宝转出，七巧玲珑。情比金坚，甜蜜暴击。无动如山，初心不改，正道。领略吧，圆月，守护大家是我的责任。 守护大家是我的责任，停！老子的武魂可是凤凰，七宝转出有琉璃。瞧一瞧，看一看，走过路过不要错过。你真将臣服于我。你真将臣服于我？海神的威严无人可犯，海神的威严无人可犯，海神的威严无人。凭你也想伤我儿子？天下最毒，为人心耳。昊天宗睥睨天下，至刚至强。 Присутствует также открытый мир, где вы можете просто бегать и исследовать территории. Можно создавать команды, самому выбирать зверей для колец, соревноваться с другими игроками. Что я могу сказать в итоге? Игра неплохая, интересная, вовлекает постепенной прокачкой и открытием разных функций. А самое главное, создана по мотивам любимого аниме. Очень приятно видеть знакомых персонажей, полюбившихся во время просмотра аниме. А теперь я могу ими играть. Просто супер! Пока я искал эту игру, то наткнулся на несколько других игр по боевому континенту от других создателей, и они тоже выглядят довольно круто. Могу также на них обратить внимание и сделать обзор. Пишите в комментариях. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорой встречи!